Погулянка. Очень интересный, очень расписной забор. Дыра. Ну, как бы проход. Ну, зайду, покажу. Черт, ноги, конечно, поломать можно. Ой. Но, тем не менее. Ой. Если я не ошибаюсь, это раньше был хладокомбинат. Фабрика мороженого. Хотя не знаю. Может быть, чего-то я и не знаю. Добрый день. Это метро? Да. Я ж любите заброшки? Реально? Так, а ви не знаєте, це те, що було фабрикою Морозова, чи те, що було винзаводом? Винзавод. Ага. 1854. Да, вот это я знаю, то есть я просто запуталась, где что было. Мы ходим так цікаво. Более чем, но только остался только фасад, видите? Здания-то нет. Я думала, зараз сваритесь будете. Не, мне тоже цікаво. Не-не-не, оно не обвалится, у меня знакомый тут недавно снимал, так что ничего не обвалится. Да. Мы тоже снимаем, как мы ходим здесь. Можем рискнуть. Там очень плохие вещи лежали в том. Тут капает что-то. Ну, очень плохие вещи, это какашки или еще хуже? А кто-то этим занимался. А, ну, пусть занимается. Мышцы снимаем. Заброшки? Да. А вы не знаете, где еще здесь есть заброшки? Ой! Такие большие. Здесь нет, знаю, что есть вот в районе метро, как ехать по Стрыской, там огромная там заброшка. Есть еще один, там есть офис. А вот я сейчас туда пойду тоже. О, давайте на метро. Там страшно, миссис. Нет, ну здесь совсем не страшно, потому что вот здесь... Там еще тоже такие. Здесь никого, ничего, белый еще день. Капает. Ну, капает, потому что крышу разобрали. Был дождь, что я не то, что... Ну да, пару дней же был дождь. Так что, если хотите, то можете на Стрыскую поехать, там тоже красивые заброшки. А мы не знаем, где это. Это далеко где-то на... Это далеко, это там, где Ашан. Да, это такие очень далеко. Это где-то в центре или... Не-не-не, это очень далеко.